Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим каркасный дворник от компании Lavita, артикул 230-480. Длина дворника 48 см или 480 мм. Перечень автомобилей, которым подходит данный дворник, находится на задней части упаковки. В принципе, это не полный перечень. Отдельно нужно уточнять и примерять к автомобилю. Вот, в комплекте находится у нас сам дворник, вот такой вот, и крепления. Крепления идут под крючок и под штырь. Вот так вот они выглядят, два крепления пластмассовые. По виду это самый обычный дворник с прижимными пластинами, которые прижимают к лобовому стеклу резинку. Резинка идет с графитовым напылением. Вот. При замене нужно это учитывать, и также при эксплуатации, если намерзает лед, руками не снимать этот лед, потому что, проведя по самой резинке, графитовое напыление стирается. Таким образом, срок службы дворника намного укорачивается. При замене, опять же таки, нужно это учитывать. Дворник идет бюджетный, стоимость его можно узнать будет на нашем официальном сайте автозвук.ua.